Сводки с фронтов СВО. На Угледарском направлении армия России заняла половину Константиновки и перерезала трассу сразу в нескольких местах. После взятия Красногоровки армия России расширяет плацдарм севернее города. На Покровском направлении генералом Мордвичевым взяты десятки населенных пунктов. Бои идут уже в Градовке и Новоградовке. До Покровска осталось меньше 10 километров. После взятия Нью-Йорка, Артемова, Кирова и Дружбы русы прорываются в Торецк и Нелиповку с трех сторон. На Купянском направлении 1-я гвардейская танковая армия рассекает позиции ВСУ. ВСУ предприняли отчаянную контратаку на Курском направлении, которая не сулит никаких перспектив. Армия России наносит контрудары. Подписывайся!